Калимера, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Доброе утро, с вами я, Дмитрий Ру, и это Без Дубля. Сегодня пути путешествия Арс направляется на бизнес-завтрак с нашими партнерами, с оператором Карлосом Туризм и греческими лакшери-отелями Сани Ресорт и Икос Ресорт, который пройдет в самом центре столицы в ресторане Турандот. Вот, дорогие мои, мы в ресторане Турандот, где сегодня, 30 января, проходит бизнес-завтрак с Карлосом Туризм. И здесь есть представитель туроператора Анастасия. Давайте спросим у нее, а что сегодня будет? Доброе утро, Анастасия. Калимера. Доброе утро, Калимера. Анастасия, расскажите, пожалуйста, нашим гаджетослушателям, что сегодня пройдет на бизнес-завтраке? Сегодня мы узнаем много нового интересного о все новинки отелей Сани и Икос Ресорт. В этом году на острове Кос открывается новый, шикарный, роскошный комплекс Икос Ари. Очень много новинок Сани Ресорт. Вы узнаете о том, что в этом году будет работать теннисная академия под управлением Рафаэля Надаля. Одна из лучших ракеток мира. Очень много новостей по ресторанам, по детским развлечениям. И поэтому мы сейчас начинаем наш бизнес-завтрак. И наши агенты будут знать все новости первыми. А будет ли какой-то розыгрыш, что интересует наших слушателей и зрителей? Ну, могу сказать, что у отелей Икос и Сани есть прекрасные бонусные программы для агентов. А с нашей стороны мы пригласим сегодня наших агентов на знакомительный тур, который состоится в мае на остров Кос. Большое спасибо, Анастасия. Ну что, идем слушать, запоминать и продавать.